Добрый день. Я обнаружил такой глюк в интерфейсе студии YouTube. Когда заходишь на данные в реальном времени, вот, и выделяешь какое-нибудь видео, случайно на него наводишь, то выскакивает вот такое вот окошко где-то за границами экрана. Вот, я прошу разработчиков это поправить. Ну, то есть у меня самая последняя версия Google Chrome, которая автоматически обновляется. Сегодня у нас 17 декабря. Вот здесь что-то глючит. Вот эти вот комментарии, да, которые выскакивают, они могут куда-то вот сюда улетать. Как их потом закрыть, не совсем понятно. Вот всегда же потом и не закроешь никак. Вот. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что данный баг будет поправлен. Если что, связывайтесь со мной. Я вам расскажу какие-нибудь технические детали, которые, может быть, не дорассказал.